Всем привет! Давно не было видео, больше недели. Вот, хотел снять, во-первых, попробовать, как снимает, записывает камера. Этот на Никоне камера и звук. Вот, значит, какие у нас новости? В этом вам видео хотел сказать. В спортмастере купил две майки для этих детей. 146 рублей. Они у них такие рулончики у кассы. Вот. Они, говорит, детские, но предупредили. Два свитера на себя одеваете. Вот эту майку полчаса ходите, совершенно нигде не жмет. И такой вид, в принципе, классный. Мне самому нравится. Вот, значит, какие у нас еще новости? Ну, собственно, кофр я уже показывал. Лесное, вот последнее шитье. Вот кожи не покупаем. А вообще ситуация непонятная. Я стараюсь продавать все на Авито максимально. Я же много накупил. Вот тут ездил, продал эти гаттер-скины. Ну, куда? 23-е эти покрышки по нашим дорогам. У меня еще колеса довольно мягкие на этом самом нашем с вами стелсе. Ну, то есть там как не поедешь, там восьмерка. Ну, что это 23-я покрышка? А парень купил в Москве, у него, говорит, трекинговый этот самый велик. Ну, там гонять-то нормально вот на нем. Что-то он еще рассказал интересно про вот эти, знаете, сейчас пластиковые, короче, камеры. Вот, мне тоже, мне их показали на покатушке. Они такие, знаете, не резина, а пластик, такая лента, которая раздувается внутри, ну, то есть держит давление. И про них известно что, что их нельзя монтировать никаким инструментом абсолютно. Они, говорит, от ногтя буквально рвутся. Там единственное, в районе ниппеля, значит, где он выходит, там такой этот пластиковый поясок. Вот. Но я так ссылку, кстати, не нашел. Говорят, значит, на Алиэкспрессе их не брать, а брать на Авито. Один парень из Самары почему-то их возит. В общем, найдите на Авито этого парня из Самары. Вот, может, мне пришлете ссылку. Я никак руки не дойдут. Вот, стараемся по хозяйству что-то в саду работать. Вот, чем сердце успокоится. Вот босиком очень хорошо ходить. А, нашел, есть такой дядька Несин, фамилия Несин. Он обошел этот, вокруг света босиком. Я, говорит, белорусский дядька, такой вид у него счастливый. Я, говорит, с детства хожу босиком. Я вот, знаете, как босиком утром пройду, я так по лесу, по дороге и практически сегодня до дома дошел. Такое ощущение, что вот в мозгу включают свет. То есть прям вот освещаются вот эти все зоны практически. Вот очень такое ясное сознание, хорошее настроение. Очень рекомендую. То есть человек, когда одевает обувь, он многого себя лишает. То есть босиком. Вот, что касается там, ну, не наступать, и тренировка внимательности. То есть, когда там шишки в лесу, понятно, там у нас кто-то, правда, стекло, я уже рассказывал. Вот, а на дороге, то есть камешки, то есть внимательность такая, которая, значит, карается там наступить. Там можно больно довольно пяткой на камень, допустим, какой-то. Вот, ну, в принципе, вот дело хорошее. Купались тут, ездили на озеро. Вот, деньги летят. Ну, я про свои эти проблемы-то сейчас не буду с квартирами там, с оплатой. Мы их решаем потихоньку. Я подключил там этих, кто у меня снимает, девушку тоже она помогла. Вот, так что посмотрим, куда жизнь нас заведет с вами. Вот очень, что радует, новый спальник вот мы купили, хороший такой, приятный.
Вот спальный мешок летний. Так, ну вот пока голову так больше особенно не приходит. Значит, вот буду стараться что-нибудь интересное снимать. А, тут, значит, привет, велопосланник, если меня смотрит. Значит, я ему, он хотел закрывать канал, ну, Семен, вот, известная личность, в узких кругах, широко известный. Он говорит, я закрываю канал, все, нечего снимать. Я ему написал, что ну вот у меня какой стиль. То есть я не гонюсь за контентом. Вот, как только у меня накапливается, так я, значит, вот выпускаю видео. Что-нибудь интересное, допустим. Ну вот как сейчас я смотрю 9 дней, что-то я не снимал. Я решил такое промежуточное немножко видео. Хотя бы, чтобы там напомнить, там, hello, там, у меня там, ну, небольшой такой, как бы, простой пробег. Вот этот видео с кофром в лесу, оно супер зашло. Мне кажется, его Google, YouTube, в смысле, его закинул, там даже рекламу на нем, хотя я не подключал ее, там что-то 200 с лишним просмотров. Ну, то есть, можно снять такое короткое видео. А, вот еще идея короткого видео. Я тут ездил по окрестным деревням. Я сижу на лавочке, отдыхаю, и на iPhone себя снял, называется, сейчас скажу, это с маршрута. Как же это? Выпуск? Нет. Включение с маршрута. Вот я буду такие еще снимать, если я куда-то еду, допустим, делаю остановку, живописное место, рассказываю. Вот видите, я люблю, не то что люблю рассказывать, а ну, мне нравится, то есть как это вот, значит, некоторые снимают, как они едут, значит, вот за рулем там велосипеда, при этом снимают, а я, значит, мне нравится стиль, я приехал, остановился. Вы видите по лицу, по мне, что я страдал, допустим, да? Там обезвожен. Я рассказываю, что вот я там здесь-то, там проехал, еще там туда-то. Вот, по мне все понятно. Чем вот это вот по дороге себя снимать там, значит, у меня сейчас, к сожалению, нету даже на чем монтировать. Вот, я буду вот такой короткий формат, но это не шортс, это такой медиум. Вот. Так что держим спину. Вот, держим строй. Be positive. Stay tuned. Все, был рад видеть. Значит, держимся в рамках приличий. Значит, оказывается, человек, то, что он человек, он, оказывается, помнил. И это можно забыть. Вот из открытий последнего времени. Иногда видишь прямо людей, что вот этот точно забыл. Вот, ладно. See you, guys. Ой, ой. Как это? ЕБЖ. Ой, ой.